могу говорить. У меня в квартире настоящий поток. Да-да, я жду сантехника. Вас вызывают на анализ крови. Да-да, иду, месье. Каролин, никому не говори. Я пожертвую брату почку. Между нами пробежала искра. Вы тоже почувствовали? Нет. Я встретился с переводчицей. И что? Она на меня запала. Не надоело все время врать? Не понимаю, о чем ты. Ты ходишь по лезвию ножа. А! Да что за... Добрый день! А вы еще кто? Как кто? Сантехник! Хорош заливать, что Вержини переспать с тобой хочет. Даже представлять, это противно. Вержини? Я так скучаю! Меня привлекает мужчина с умным взглядом, но с тобой все наоборот. Ты везде болтал, что я лузер, вот я им и стал. Нет, 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 мамочка! Привет, ты живой? Да, но походу ненадолго. Какой фигни ты там еще напридумывал? У тебя ж цик без костей. О, черт. Тормози, тормози! Я без руля! Там кит? Ну да, сейчас сезон. Да какой сезон? В Ницце киты не водятся! У Тома Песке головокружение. Полетите вы. Тащусь от тебя. Круто! Не звезди. Утром я был на рентгене. У меня три почки. Я загуглил, так вообще не бывает. Ни у рыбок, блин, ни у птичек долбанных.